рамках фестиваля «Ступени» прошел вокальный конкурс «Одинцовский соловей». На сцену вышли творческие коллективы округа. Организаторы отмечают, что количество участников с каждым годом только растет. Я, конечно, знаю, какие песни я сегодня услышу, причем, возможно, даже услышу и не один раз, потому что такое бывает, что в течение дня песни повторяются. Ну, очень хочется верить, то, что музыкальные руководители, педагоги все-таки стараются идти в ногу со временем, стараются подбирать репертуар достаточно современный, хотя, конечно, будут наверняка какие-то, скажем, классические песни, да? Но очень хочется, очень мне лично хочется услышать что-то новое, свежее и то, что прежде всего интересно исполнять детям. Мария учится в Маловеземской школе. Пением начала заниматься около 3 лет назад. В конкурсе участвует уже во второй раз. В этом году она исполнила песню композитора Раймонда Паулса «Птичка на ветке». Я на нее обратила внимание на уроке. Она поет очень проникновенно. Ее слышно из всего класса. Вот сразу. Очень яркая девочка, очень музыкальная. В вокальном мастерстве состязались солисты, дуэты, трио, ансамбли, каждый в своей номинации. Фестиваль «Ступени» продолжается. Итоги будут подведены только весной. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».